Во! Где всех надо сюда вести. Так, отлично. Это вот сейчас самое сложное. Смайлик Мессенджер, ну прикинь, какой хай будет, если куда-то сочет новости на вас, что уверенно отвечу смайл мясо, даже иностранцы за подписок придут. Привет, Кондрат. Блять! Верит, эту партнерку придется делать киви кошелек. Сука. Как-то с карты можно, по-моему, оплатить. Там же куча, там же через PayPal. А может, просто я предлагаю тебе, ты можешь попробовать пройти, хотя бы посмотреть, что там дальше. Если там дальше вообще что-то. Ладно. Smile Ruin, самый подходящий под ваш канал. Ну что, уже улетел, что ли, или что? Где? А, нет. Смайлик с капающей слюной изо рта уже есть, Буха Сапиенс. Уже записан. Я уже промашнил Буха Сапиенс, а то я давно его хотел. Но мне еще с высунутым языком и капающей слюной. Мне еще дофига такое. Лайка Гомер Симпсон, только панда, и будет топ чемпион. У тебя нет карты. Нужен смайл MLG. Ну, MLG есть у Мэда. MLG. Самый топовый. По идее, как бы, если так похоже, то все смайлы у кого-нибудь есть. Ну, я имею в виду из рук комьюнити. Все равно аудитория одна, по сути. Ну, такое. Не все, кто смотрит. We Love Games. Смотрят Нюка. Так, не все, кто смотрит Нюка, смотрит We Love Games. Да, все равно. Есть же всякие Dota и так далее. Нет, я не беру Dota на КС, КС. Логвинов, префикс Алогвинов. Поехавший, блядь. Он везде его ставит просто. Да. Не, покемонские есть отдельно. Много, много смайлов покемонских. Нет, я не такой фанат покемонов, что сейчас чего, кстати, не хватает? Или ты уже все там, или ты между чем-то сомневаешься? Ну, у меня есть Кавай, есть ОМГ, есть со слюной, есть Рейдж. И дальше под вопросом идут два. Есть ужас, сон, хайп. Ничего не было. Сон, ну, может быть. Туловище мне не очень нравится идея пока что. Ничего не было. И типа и Руинд еще предлагаю. Можно огнетушитель? А? Можно огнетушитель? Что? Огнетушитель. Ну... А огнетушителя разве нет? Помню. Если Лера заимеет партнерку, то придется на Юга подписаться. Дыркайте. Подписано Мэда и ВЛГ не смог. Ну, вот, ну... Нельзя, нет, чуваки такие нету. Смайлы, Йокай, покемон, их могут, если нет, даже их пропустят, их могут потом внезапно бахну удалить, как у меня было с Слоупоком. Слоупок удалили? Ну грустного, да. Помнишь? А, грустный был, он же два месяца был в смайлах, а потом бах, его нет, я типа написал, ну, просто, что просто смотрите, вместо MLG еще ставят типа Гита, который FE. Что? Верхнюю стенку можно без бомбы сломать? Лера за огнетушители будет банить, когда будет бить. Что? Лера секс. Что там написали? Может быть, типа, ударить по... А, это к сайтам говорит. Мистер, судимся. Тогда убьешь его, ты спиво поднимешься на нити, поверь. Ах! Оооо! И правда можно сломать. Вместо огнетушителя панду пожарного. Блин, и правда можно сломать было без бомбы. Ну, так он, наверное... В каске? Панда в каске должна быть. Ну это все на будущее. Окей, спасибо. Я просто все еще думаю, делать ужас или не делать ужас. На самом деле надо тупо забить, сделать, а потом будет видно. Просто я подумала о том, что ужас может... Ужас и ОМГ, они в принципе, ну, близки. ОМГ может заменить ужас. Нет? Нет. Смотри, как поставить. Смотри, как ОМГ будет. Да. Банхаммер в случае Леры. Вы готовы выделить? Ну вот хайп я склоняюсь, хайп нужен, наверное. Хайпа нет. Иллюзии же был классный. Я на Иллюзии периодически подписываюсь, потому что его того края. А я же вам его сейчас убрал. Иллюзии мало смайликов. Иллюзии мало смайликов, да? У него котик такой, да? Да. Ох, давай. Вот сейчас было хорошо. Лера Газм. Сейчас Газмы убирают
и не допускает, только если у тебя есть на газме лицо. А я лицо свое не хочу в смайлы. Я считаю, что это бред. Усы на газом и не убирают пока. Ну там у кого-то убрали, у кого-то не убрали, то есть, видимо. Блин, ну усырный он очень часто используется. Ну, видимо, потому и не убрали. Там типа, когда он уезжает на какой-нибудь СГДК, у него в чате сидишь и такой, типа. Поставь крест. Сырно. Нет. Которого нету? Сейчас, подожди, нужно успеть. Вот. Так. Ха-ха! Самый быстрый. Снищит вон у снимка. А что внизу? Наверх. Такое. Хочешь посмотреть? Щит. Вот, и он типа, короче, на какой-нибудь из GDQ уехал. Блин, вообще-то знаешь, на что это похоже, Арсеникс? Это похоже на двери хоббитов. Я думала, щит, знаешь, не круглый, а такой. Ну такой. Я не знаю, как эту форму описать. Такой ростовой, типа... Где щит? Вот. Он похож на дверь хоббита. Ну, он похож вон на щит, видишь, как у Пуксала стыкнется. Ну да, мне кажется, нужен такой, он больше на щит похож. Ну да, его. Лучше такой. Баклер просто лучше смотрится, потому что его можно... Потому что он кругленький, типа. Да, и он уменьшается нормально. Я не могу делать от того, что это похоже на дверь хоббитов. Поехали вниз. С другой стороны, может быть, это неплохо. Мэм бы не щит на... Окей. Здрасте. Привет, лорд Крейзи. Они, кстати, по-моему, не ваншотят. Он плохо смотрится, Арсений? Ну ты лучше посмотри, чтобы у всех было нормально. Так, тихо. Там, говорят, бьешь робота и говорит, там может быть секретка. Бог, что, где? Там секретка может быть. Может, наверх? Нет, наверх нельзя. Может, это вот там, где коробка? Там можно ударить куда-нибудь? Нет. Возможно, с тем, это проходит, я не хочу спать. Завораживает. Так, ладно, хорошо. Банда Каппа? Не, не надо, Каппа и Каппа. Зачем возвращаться? Ваш Лер, может, бамбуковую палочку? Но вы не будете ее использовать. Вот какое применение бамбуковой палочки? Никакое. В смысле, я есть? Он вытянутый и в квадрате совсем мелкий получается. Один есть. А сменить цвет и норм будет? Лучше наверх. Ну просто... Да, топовая идея. В чате нужно сделать щитлинка, просто его сделать одноцветным. И все. И тогда он не будет как щитлинка. Ну, в смысле, не похож. А ну да, кстати, у Линка он такой. Линка, кажется, типа по форме? Ну, по форме. А у него, по-моему, сверху такой уголочек. Да, еще. Ну, вот такой. Ну, короче, загуглишь, который Twilight Princess был, или Карине, они вот самые. По-моему, Twilight Princess. Нет, Хека тоже не видел. А что это Линк? Хороший, да. Линкс. Короче, пух, смотри. Ие, качельки! Да, качельки, чтобы вот огоньки убрать, ты должен в красные штучки над ними выстрелить. Короче, для этого ты должен закинуть лучника на синюю платформу. А, ну да. Так. Нет. Вот сюда. Что? Щит вот сюда. Там уже выход, Пукс. Ага. Нет. Да, все нормально. Нормально, там будет прыгать. Форма, как у Линка, должна норм смотреться в квадрате. Не то, что просто. Все, стреляй теперь. О, мистер Пукс, ты прошел. Хорош. Все. Подожди, обучиться надо теперь. Ну и все. И отойди. И все, иди теперь к себе. Как себе подходить. Ух. Еееее! MLG. Где пароль? Сейчас будет начало следующего уровня. Я буду щит гладить, когда будут подписываться. Но если кузнец сделает, то да. Паспорт 29-й? Это нет. А какой последний записан? 28-й. 27-й. Ну он такой типа... Это был твой сейчас, а это 29-й. Уранус, он такой типа с тенями, поэтому он херово смотрится. А если сделать его проще, то да. Спрашивают, Лера, у тебя есть самая обозначающая радость? Ну там есть каваи. Ну там есть каваи. Каваи топишь с мая. Он очень универсальный. Я каваи, да. Ой, чей-то шнур. Какой шнур? Не мой. Может быть, может это фантомика, наверное. В плане формы. А что, жрать на стриме можно, да? Такой. Жрать на стриме можно? Конечно, все можно на стриме. Еще и жрать, и спать, и чего угодно. Да. Чё у вас?
Вульфи похож на Галкина, мистер Пукс на Евдокимова. Давайте всех русских чуваков вспомним. Анюх на кого похож, давайте, а я... Не, пацаны, мне говорят, что я похож на Джека Блэка. Очень часто. Круглый не очень смотрится, я согласна. Чё говоришь? Ну, на Джека Блэка что похож. Наш какой-то чувак на концерте подбежал, я стоял в толпе, он говорит, Джек Блэк убегает. Ты понимаешь, что они теряют из-за форсы? Хотя я не считаю, что ты похож на Джека Блэка. Бывает. Я тоже не считаю, что ты похож на Джека Блэка. Я уже готова вступить в РГГ, это ты к чему, Газя? Блин! Можно же вот так! Да, и другие пройдут. Етить. А, там просто ездил. На Леонтьева? Галкин не русский, он еврей. Я не... Вот ты на Спрайт подсел, да? Да. А я подсел на Липтон. А почему не на зеленый? Вообще разливной лучше. В маке приходишь такой, типа, можешь мне 0,8 литра разливной? Я говорю, так богов. Да, в маке разливной? Да, напишешь, ну, Липтон. А ты знаешь, да, что вот, вот типа, ну, а... В маке кола, в KFC, Pepsi, ну и так далее, да, вот эти вот, да? Да. А Липтон везде, потому что на стене нет разливного. Да, потому что кукуруза срала, наверное. Не захотела на стене. Так, тут нужно прыгать, окей. Ну, он знакомый нашей. Утеря есть типографический кретинизм в играх? В смысле, утеря? Нет. Когда ты теряешься? Не знаю. Мне иногда сложно так ориентироваться, поэтому я боюсь очень играть в Метроида. Хотя я обещала его пройти очень давно. Ну, в метро есть карта. Что-то здесь не так. Может, нужно там цепь обрубить или что-нибудь такое? Где обрубить цепь? Я могу что-то попасть никем, кроме прыгающего. Почему? Ты сейчас можешь вот этим пройти тоже. Нет, там... А-а-а. Там вот эти вот. Я еще вниз не ходил. А, у меня есть типографический кретинизм в играх? Ну... О, тут сразу есть. Пока не сталкивался. То есть... Хотя нет, есть. То есть, если я нашла какой-то один путь, и он более длинный, я могу ходить более длинным путем, просто потому что я его знаю. А это что такое? Будильник. 8800. 8800. 5-5-5-3-5-3-5. Да, но не интересует, спасибо. Где там начальник лифт еще будет? Что тебя интересовали? Марк Тимков. Ага. Лера Вильта Покахонтас, ну, актера Сэма Мендеса напоминает. Сам кто? Что мне все с него задолбало? Сейчас же Rocket Bank популярный. Бля, как он меня задолбал уже! Чем он популярен? В чем его прикол? Половина в Твиттере его форсит. Кого-кого? Поехавший Rocket Bank. Ну, во-первых, он прогрессивный немного, то есть там такие фиги. Серьезно. Прикольчики и мемасики есть. Спасибо за даб, за хост. Спасибо за даб, за хост. Где? Спасибо за хост. Поехали вверх. Во-вторых, там, типа, ну, если игры покупаешь, там, типа, в Стиме и так далее, mm-hmm. там кэшбэк есть. Причем такой нормальный кэшбэк. Что такое кэшбэк? Деньги тебе возвращают. Mm-hmm. Но там, по-моему, говорят, что ты хер увидишь со счета их. Ни хера они там нужны. И возвращаешься какие-то типа бонусами. О, это что такое? Секрет. Ну. Watergazer, правильно говорит. Вот. Нет, там типа 8-800-5-5-5-3-5-3-5 взял 500 рублей, придется 1000 отдавать. Спасибо за даб. А, 1%. Я просто, ну, видел рекламу, только у них написано типа 10%. Видимо, потрати 10к, получи 10%. Да. На месяц до 10%. Окей. Так. А что будет, если огонек использовать? А что за огонек? А это, кстати, я не знаю. Ну, не юзать. Ну-ка. Может, не юзается. Значит, он юзается в уголках специальных местах. Ну вот это вот как бы... Похоже. Типа, похоже, окей, я, кажется, понял. Я менеджер Rocket Bank на хате. Ну и куда там все эксперты из чата пропали? Ну, косошка пришел.